Здравствуйте, друзья! Обзор горелки Dual от компании Splav. Эта модель отлично подойдет в качестве основной горелки для групп до 5-6 человек в самых холодных походах, а также в походах в тех местах, где трудно купить привычный газ для горелок. Масса горелки вместе вот с таким вот вместительным чехлом составляет порядка 400 грамм. И если вы планируете использовать в качестве топлива бензин, то к этому весу еще добавляется вот такая вот емкость под топливо и насос. И общая масса будет составлять порядка 600 грамм. Горелка оснащена тремя широкими опорами, на которые отлично встает как большая командная посуда, так и индивидуальная посуда с небольшой площадью донышка. Например, вот такая вот кружка. На нижних частях опор имеются вот такие вот резиновые пятки, которые не позволят ей соскользнуть даже с самого мокрого камня. Если вы хотите применять в качестве топлива привычные газовые картриджи, то на топливопроводный шланг накручивается регулировочный вентиль, рассчитанный на резьбовые баллоны. И если вы хотите применять санговый тип баллонов, то необходимо дополнительно приобрести вот такие вот переходники, которые всегда есть в наличии в магазинах сети Splav. Конструкция горелки подразумевает систему предварительного подогрева топлива. И вот для чего. В условиях высокогорья или низких температур газ в баллоне замерзает и перестает испаряться. Дабы этого избежать, необходимо аккуратно перевернуть баллон вверх дном, и жидкий газ будет стекать в трубку предварительного подогрева топлива, нагреваться, снова превращаться в газообразное состояние, и горелка продолжит свою работу. Эксплуатация этой модели на газу несколько отличается от привычной горелки. Основной нюанс в том, что после розжига для стабильной работы Dual необходимо прогреть. Первые секунд 30 пламя будет немного нестабильно, но после прогрева оно стабилизируется, и мощность горения можно будет регулировать привычным образом. В качестве жидкого топлива рекомендуем использовать очищенный бензин, например, калоша, который продается во многих строительных магазинах и, кстати, стоит на порядок дешевле газа. Применять обычный бензин также можно, но рекомендуем это делать только в крайнем случае, когда нет возможности достать очищенный бензин, поскольку после нескольких применений горелку придется чистить. Кстати, для этого в комплект поставки входит вот такой вот ремонтный набор. Розжиг Dual на бензине состоит из нескольких простых шагов. Сначала переливаем топливо в специальную емкость, входящую в комплект поставки. Вставляем в нее насос, плотно закручиваем и нагнетаем давление, делая около 20 качков помпой. При этом необходимо убедиться, что клапан подачи топлива закрыт. Далее вкручиваем топливопроводный шланг в клапан и кратковременно его приоткрываем, чтобы бензин попал в чашу горелки. Поджигаем и ждем, пока он прогорит, нагрев трубку предварительного подогрева топлива. В момент догорания потихоньку приоткрываем клапан подачи топлива и регулируем мощность горения. Если трубка подогрева топлива прогрелась недостаточно, возможны небольшие вспышки пламени. Поэтому стоит быть внимательным к соблюдению техники безопасности. Ведь работа с легко воспламеняющимися жидкостями требует внимательности и осторожности. При необходимости будьте готовы поддержать давление в баллоне. Особое внимание следует уделить правильному положению емкости с топливом. Ввиду конструктивных особенностей баллон должен располагаться горизонтально, а вентиль клапана топливоподачи должен располагаться снизу. Для удобства использования в комплект входит специальная подставка-держатель. После использования горелки медленно выкручиваем насос из емкости для топлива, аккуратно стравливая лишнее давление в баллоне. Канистру плотно закрываем комплектной крышкой, а насос убираем в надежное и чистое место, например, вот в этот вот штатный чехол. Ну и посмотрим ее в деле. Проведем очень субъективный замер закипания пол-литра воды. При наших условиях температура окружающего воздуха около 20 градусов, высота над уровнем моря порядка 100 метров, с использованием внешней ветрозащиты и открытой крышкой на кастрюле мы получили около 3 минут при использовании газа и 2 минуты 50 секунд при использовании бензина. Но имейте в виду, что этот результат может меняться как в одну, так и в другую сторону, и зависит от условий, в которых вы находитесь. На данную модель, как и на любую другую модель горелок компании Splav, распространяется гарантия 1 год. Ну и постгарантийную поддержку тоже никто не отменял. Обратившись в компанию Splav любым доступным способом, вы можете быть уверены, что вам помогут с ремонтом или подберут запасные части. Посмотреть актуальную цену вы можете, перейдя по ссылочке в описании к видео. Спасибо за просмотр и хорошего отдыха со снаряжением от компании Splav.